Смотрите сегодня в 20.30 в службе новостей «Город». Извечная проблема России номер 3 – нежданная зима. Калининградцы жалуются на плохую уборку города от снега. Вылечат саму больницу. БСМП ждет масштабная реконструкция к футбольному чемпионату. При этом врачи заговорят по-английски. Игра на повышение. Калининградский футболист может перейти в клуб высшего дивизиона страны. Об этом и не только корреспонденты Первого городского расскажут вам сегодня в 20.30 в службе новостей «Город».